Популярный певец и судья шоу «Голос» Краине Дан Балан знает, как нужно растрогать своих поклонников. Фото с исполнителем появилось в фанатском инстаграм-аккаунте, посвященном исключительно судье шоу «Голос» Краине. Так в соцсети опубликовали рождественское фото, на котором Дан Балан обнимается со своей мамой Людмилой. Звезда шоу «Голос» Краине позирует с мамой на фоне наряженной елки. До Нового года осталось 4 дня, уже присутствует новогоднее настроение, говорится в подписи к опубликованному снимку. Поклонникам пришлось по душе совместное фото Дана Балана с мамой, поэтому они засыпали их лайками и лестными комментариями. «Какие же вы классные, я так рада за вас, Дынчик, только с Тиной и Веней. Ждем глобальных перемен. А они будут? Человек создан, чтобы дарить людям добро, дети созданы, чтобы любить своих родных. А Дынчик только с мамой, ни Тины, ни Вени, нигде не наблюдается, увы и ах, мои родные, как я вас люблю очень сильно», написали они под публикацией. Ранее мы сообщали, что Дан Балан откровенно высказался о своем романе с Тиной Кароль. С момента совместного появления двух артистов на шоу «Голос» Краине поклонники не перестают находить все новые доказательства их тайного романа. В одном из интервью Балану пришлось ответить на вопрос о том, был ли их роман с Кароль реальным и стоит ли поклонникам ждать его продолжения, пусть это останется в книге. В книге, написанной рукой гения.